Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Вирока следующая. Удушающая мокрота. Вот сгустки мокроты собираются, скажем так, в дыхательной системе, а мы уже знаем, что точка ВЦ-12 контролирует всю дыхательную систему человека и дыхательные пути. Но, скажем, это видео больше тех, кто курит, курильщики. Чаще всего у них, скажем так, избыточная информация, которая пришла с сигаретами, сигаретным дымом, с дымом из сигарет, она может породить в человеке ту или иную, скажем так, информацию, которая должна что выйти из человека. Если она не выйдет, рано или поздно она превратится в ту или иную болезнь. Вот скажите спасибо матушке природе, что мокрота это выходит, вынося из собой ту информацию, которая пришла с сигаретами, либо с сигаретным дымом. Что необходимо знать? Прежде всего, уважаемые курильщики, курение это плохо, как, скажем так, не злоупотребляйте этим. Но помните, что здесь еще один такой вот подвох. Когда человек курит, он дышит только ртом. Он всю свою сознательную жизнь дышит ртом. Вот почему удушающая мокрота не дает курильщикам спокойно вдохнуть через ноздри. А он, человек не умеет дышать через ноздри. Он всю жизнь курит через рот. Он всю жизнь дышит только то, что ртом. Вследствие чего искаженное дыхание, вследствие чего человек что? Неправильно дышит. Мало то, что он губит себя сигаретами, так он еще и дымом губит себя. Так вот, когда избыточная мокрота достигла своего апогея, собралась в дыхательной системе человека и не может выйти, точка ВЦ-12 Джуньвань вам в помощь. Что необходимо? Необходимо ее активно массажировать, воздействовать на нее, чтобы что? Мокрота с легкостью отхаркивалась, исходила. Вот. Это может быть даже до работного рефлекса с дыхательных путей. Когда дыхательные пути высвободятся, тогда, скажем так, вам надо подзадуматься, что вы курите, как вы курите, какой образ жизни вы ведете. Мораль мы читать не будем, все люди взрослые, все понимают, что такое курение и все остальное. Но при избыточной мокроте, которая удушает, либо, скажем так, порождает в человеке удушение, помните, через точка ВЦ-12 Джуньвань вам помощь. Активно ее массажируйте активными массажными движениями, чтобы мокрота вышла из человека. Спасибо за внимание.